огурчики японской селекции Suyo Long. Абсолютно новый для нашей местности сорт. Отличаются плоды пугорчистостью. Вот такие ребрышки. Длинные. 50, бывает и 80 сантиметров. Вот, сейчас сорву. Это огурчик такой, ну, дня 3, наверное, ему. Может и 2. Это уже старый. Плоды покручены, потому что лежат на земле. Если его подвязывать, будут ровные. Ну, для сравнения я взял обычные огурцы. Вот, сравним с этим плодом. Это такой огурчик, как мы привыкли консервировать. Вот он. На фоне Suyo Long. Это чуть больше. Такой, как для салата мы берем. Чуть положить его сверху, он падает. Вот видите. В принципе, я вот таких два огурца съедаю. Недостаточно какому-то блюду покушать. А этого огурца будет достаточно на целую компанию. Кстати, такой огурец очень сладкий. Можно кушать уже старым. Он не горчит, не кислит. Ну, это молодой вообще. Посмотрите. Этого целая семья сможет полакомиться. Такой вот огурчик. Очень урожайный, их очень много. Завязывается, завязывается. Сегодня 7 июля. Их очень много. Вот, прячется. Да, и многие посетители называют их змеями. Шутят, что в огороде у нас поселились змеи. Немножко листочки привяли от жары. Сейчас 31 градус. Дождя не было, еще не успел полить, поэтому привяли. Ничего, сегодня поставлю полив. Вот такой интересный огурчик Suyo Long.